Здравствуйте, дорогие товарищи. Играем в Dark Tide. Ретранслятор ТРС-150. Потом по снаряжению. Скорее по талантам вначале. То есть у нас немножечко дальнобойщика и... Вот это бы поменять, конечно. Ну ладно. Как есть, тоже хорошая вещь. Так. В общем, бодренько стреляем, немножко вдохновляем и, собственно, тоже мочим. То есть по талантам, по талантам. Да. Ну и, собственно, в качестве эксперимента решил поставить вот этот вот дробовик. Ну вот. Сорян. Отлично. Кого там схватили, а? Да, может быть, не самый лучший выбор для этого. Но очень хотел попробовать. Блин. Цель нужишь. Одна. И не говори, на всех хватит. Thank you.
тебя! Ишура! Нифига, ты не уйдешь в паке. Замечательно же. Ой, собаки. Да опять ты куда-то убежал, блин. Ты что, дурак, что ли? Два раза стрельнул. Это интересно. Ай, блин, как ты меня поймал-то? Да не, какой-то не конкретный. Смотри, на их, блин. А, спасибо. Ты за слотер. Место это дурацкое. Пока не нужно, пока не буду брать. Ай! Так, нам включить надо вначале вот эту хрень, да? А потом уже все остальное. Да ядрит Мадрид! Что это, блин, было? Да... Даже не успел ничего сделать. Это мелочь, блин, разваливается.
Да блять! Теперь сверху, да? Да блять, кто тут? Так и не выкидай меня. Отлично. Красавчик. Блин, бомжи, хватит меня тут трогать. Ой, еще прекрасно вообще, прекрасно жестоко. Все-таки снял, да? Полубитву. Блять, достали, сколько вас тут? Ух, наблокировали. Все-таки на средних. Thank you.
Стуки, стуки! Кто меня там застрял? Они что, связывают боем или что? Я не понимаю. Что за чертовщина? Так, тут... Ой, тут большой кивует. Дайте ко мне. Спасибо. У меня тоже по мне стреляет, а? Дайте мне гранаты, гранаты, нет гранаты. Куда ты вперед побежал, а? Ай-яй! Блять, кто там по мне шмаляет, а? Ой, куда вы претесь, а? Тихонечко. Да ладно, сдохните, блин, все.
Да нахер, блядь, нахер пош... Вот, блин, а? Аптечки есть, аптечку где-то просрали, блин, обидно. Чали здесь. Побежали дальше, побежали дальше. Воу-воу-воу. Что такое? Опять ты. Где эта тварь? Щит упал. Бежали. Это... Что ты там делаешь?
Ой, пардон. Это была плохая идея. Откуда тут? Не принципиально. Ух, как-то так. ГГ, да. Ну, типа того. Всем спасибо, лайки, подписки, шары, если вам понравилось и так далее. Вам это будет приятно, мне это будет полезно. В общем-то... Ну чё, увидимся в этой или в другой игре. Ну а пока заходите в описание, там ссылки на наш кооператив Дружба и Humold Russian Fleet. И в общем-то так, там. Стучитесь и вам отстучится, да, надо эту диковинку убрать, это фигня какая-то. Ну что же, по... все-таки небольшое послесловие будет о том, что я бы сказал, что дробовичок этот хорош. Но его надо использовать для, скорее, милишника какого-нибудь. Ну, как вот гранатомет этот, так и, собственно, этот дробовик. Для того, для кого стрельба не основное дело. Ну, дробовик этот, блин, как рамблер. Ладно, поняли. Ладно, увидимся. Все, император хранит.